Они вернулись, восклицают специалисты Лангепасского Роспотребнадзора. Речь идет о представителях одной известной компании по производству бытовой техники. Около 10 лет назад они приходили в гости к каждому второму горожанину. В течение долгого времени обрабатывали потенциальных клиентов в надежде, что те купят хозяйственный девайс. Его стоимость – это сотни тысяч рублей. Качество бытовой электронной техники занимает одну из лидирующих позиций по количеству обращений у лангепасцев Роспотребнадзор. В прошлом году таких жалоб было десятки. Однако, если говорить о вышеупомянутых пылесосах, то торговые представители данной фирмы действуют в рамках закона, ведь горожане сами их пускают в свои квартиры. И действительно, факта мошенничества в действиях навязчивых торговых представителей нет. Они с вашего согласия зашли в квартиру, сумму называют сразу. К слову, накануне житель города заплатил за чистоту в квартире 206 тысяч рублей. Столько стоил чудо-пылесос. Мужчина после покупки решил, что его обманули, и обратился к специалистам Роспотребнадзора. По практике, бытовая техника, которую мы приобрели, по исследованиям оказалось довольно-таки качественным товаром. То есть зацепиться за то, что данный товар можно вернуть как некачественный товар, не имело возможности. Эксперты рекомендуют покупать бытовую технику, в том числе и пылесосы, в специализированных магазинах. Стоит хороший хозяйственный многопрофильный девайс в среднем 30 тысяч рублей. Хороший пылесос можно, в принципе, приобрести там, я не знаю, и за 3, и за 4 тысячи рублей, смотря для чего его использовать. То есть есть пылесосы нескольких направлений. Это пылесосы, как правило, контейнерные, пылесосы мешковые, пылесосы для влажной уборки существуют. Вот. Ну и все это, исходя из потребностей людей, для себя они выбирают какой-то пылесос. То есть если кому-то удобно не возиться с мешками, они берут контейнерные пылесосы. И если кому-то нужна влажная уборка, да, у кого-то дети аллергики, может, сами люди аллергики, они выбирают для себя пылесосы с аквафильтрами. И все же, несмотря на большое освещение этой проблемы в СМИ и интернете, потребители продолжают тратить сотни тысяч рублей за посредственный пылесос. Есть, наверное, какой-то у них дар такой впаривать такие товары. Каким-то владеют, наверное, сенсорными способностями, как они называются, аномальными вот этими. Я таких не встречал. Доверчивые, наверное. Не попадали на эту удочку ни раз, может. Поэтому верят. У нас народ что, простой, доверчивый. Вообще на уши навешали и все. С начала года 8 лангепасцев обратились к специалистам Роспотребнадзора с жалобой на качество бытовой техники. Во всех случаях присутствовал производственный брак или истекший срок годности. Никита Рогозин, Олег Басарыгин. Специально для новостей.